ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятье! Эти орки никогда не сдадутся! Тогда в атаку и уничтожим этих тварей! Запомни, Аркас, мои паладины, в своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утар. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Разумеется. За честь и отвагу! Разумеется. За моего отца! Где враг? Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Не нужно кланяться. Наш город. За честь и отвагу! Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Разумеется. За моего отца! Конечно. На нас напали. Угу. Где враг? Готово. Постройка завершена. Жду приказаний. Я служу свету. Отличный план. Что прикажете? Не нужно кланяться. Конечно. Они получат по заслугам. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить их всех! Жду приказаний. Ну, я пошел. Я готов. На нас напали. Где враг? За честь и отвагу! За честь и отвагу! Готово. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Угу. Наш город осаждают враги. Где враг? Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Отличный план. Поздно просить пощады.
За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Готово. За честь и отвагу! Да, ваш сядь! Не нужно кланяться. Конечно. Отличный план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Где враг? Жалкий глупец. Как скажете? Во имя правосудия. Да, ваш дядь! Свет дает мне силу. Где враг? Куда стрелять? Что прикажешь? Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Как скажете. Да, ваш дядя. Орлоки? Здесь? Наверное, их лагерь где-то неподалеку. Подбой готов. Отличный план. Некуда класть. За честь и отвагу! Разумеется. На нас напали. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Зачем? Вы осмелились бросить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Как скажете. Это подъем? Я служу свету. Конечно. Теперь свет. Мы отнесем его сердце гномам. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Во имя правосудия. Разумеется. За моего отца! Враг. Отличный план. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов.
Орки цепляются за старые традиции, но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день.